Яркие позитивные персонажи на входе и вкусные угощения внутри. Один из самых современных супермаркетов Владивостока проводит дегустацию новой рыбной продукции от известного приморского производителя компании «Восточный лиман». На территории хорошо знакомого горожанам рыбного островка возник еще один островок, аппетитный, куда с удовольствием причаливают покупатели. Подобное сотрудничество двух бизнесов – отличный пример того, как взаимные интересы могут не только дополнять друг друга, но и давать явные преимущества покупателям. Каждый участник дегустации имеет возможность здесь и сейчас ознакомиться с новинками, попробовать свежайшую продукцию и приобрести ее по ценам производителя, а также узнать все нюансы изготовления из первых уст. Наша компания очень серьезно относится к качеству продукции. Мы выпускаем малосоленую, что очень нравится современному покупателю, потому что сейчас люди настроены на здоровый образ жизни. Продукция действительно всегда свежая, красивая, малосоленая. Копчение у нас происходит на натуральном дыме, без добавления различных ингредиентов, химикатов. Поэтому наша продукция не длительного срока годности и всегда востребована покупателем. На приглашение попробовать рыбные деликатесы в новом продуктовом с удовольствием откликнулись покупатели самых разных возрастов. И, похоже, все остались довольны. Отличная продукция. Я часто бываю на Камчатке и могу сравнивать. Здесь, я скажу, не хуже, а некоторые продукция и лучше. Очень вкусно, мы продегустировали и пошли себе еще накупили и палтуса, и рыбки красной. Так что приходите. Юколу мы брали и сейчас берем. А палтус только первый раз попробовал. Так что будем брать. Превращать новых гостей в своих постоянных покупателей – хорошая традиция компании «Рыбный островок». За годы работы на рынке у нее сложился широкий круг клиентов, людей, ценящих свое время и качество продукции. Поэтому закономерным шагом в развитии компании стало открытие супермаркета нового формата, где торговля и производство объединяются для того, чтобы вместе работать на покупателя. С «Рыбным островком» наше сотрудничество продолжается более 10 лет. На протяжении этого срока у нас сложились очень дружеские, теплые отношения. Мы каждую неделю два раза делаем поставки свежей продукции. И, конечно же, с «Рыбным островком», я думаю, что наше сотрудничество продлится еще очень долго. Свежесть и качество продукции, а также забота о клиентах – вот основы, на которых строит свой бизнес новый продуктовый. Каждый день сюда за покупками приходят сотни горожан, и каждый чувствует себя желанным гостем. Попробовать аппетитные морские деликатесы от компании «Восточный лиман» в Рыбном островке можно в эту пятницу и субботу. Кроме того, подобные встречи покупателей с лучшими производителями Приморья обещают стать традицией. Олег Завьялов, Игорь Болтов, новости на Восьмом.